Я обожаю Третьяка за его выдающийся талант спортсмена, за редкое гражданское мужество, за то, что он высоко взял знамя советского спорта, за то, что он никогда не забывал своих друзей и товарищей, за то, что он на этой выставке представил не только свои спортивные награды, но и комсомольские, и за то, что он остался простым человеком и товарищем. В мире всего единственный вратарь, который имеет звание трижды олимпийский чемпион. Больше таких нет. Он в спорте делал то же, что многие в науке, в космосе, в авиации и так далее. Я благодарю, Вячеслав, тебя, что ты и в Думе являешься украшением гражданственности и достоинства. Дай Бог тебе здоровья и очень хотел, чтобы твой прекрасный внук пошел по твоим стопам. И советую на «Звезде» посмотреть очень интересную передачу, которую Фетисов вел, посвященную юбилею нашего славного хоккеиста, чемпиона и олимпийца.